Автомобиль Nissan X-Trail T30 2005 года выпуска, объем двигателя 2 литра, маркировка двигателя QR20DE. Пробег данного автомобиля 149 054 километра. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостом ходу. Работа двигателя 3000 оборотов. Работа двигателя 5000 оборотов. Замер компрессии, первый цилиндр. Одиннадцать килограмм. Второй цилиндр. Двенадцать килограмм. Третий цилиндр. Двенадцать килограмм. Четвертый цилиндр. Одиннадцать килограмм. Конец видео.